Итак, человек, арт-объект, прекрасная галерея «Дверь», да, вот это Евгений Коновалов. Называется выставка «Золотой стандарт», 3 батона по 12,59 рублей. Олег Некст, автор, тут такой в шарфике ходит, очень приятно, у него тоже день рождения, праздник. Вот эти батоны, которые мы здесь видим в инсталляции, это такая чудесная интерактивная мультимедийная инсталляция, да, это реальные батоны из «Дикси», это их торговая марка «Красная цена». И очень мне здесь нравится вот это вписывание 18 века, да, таких типа парадных портретов в стиле стимпанк и в стиле советской фантастики. И опять вот эти алхимические бутылочки, которые одновременно напоминают какие-то бутылочки из фильма типа «Самогонщики», да, там был балбес бывалый. Очень хорошее сочетание нескольких таких культурных пластов. Я уже сказала, 18 век, советская фантастика и стимпанк. В первую очередь можно очень бесконечно детали всякие разглядывать. Настолько древние картины, что червяки полезли, качественные, дешевле, между прочим, они полезли. И звуки, тут время от времени раздается такой звук фейк-фейк, который, соответственно, очень хорошо показывает новости, не вам сквозь стороны эти новости, какие убеждения звучат. Опять разные флешки, зарядки. Я бы сказала, такая концентрированная, материализованная действительность, элементы старых, я не знаю, телевизоров, пауки. Дело в том, что по описанию это у нас такая машина времени, которую использовала советская женщина Баба Катя. Ну, сразу старая женщина, рожденная в год Победы. Ну, собственно, куда она приехала? Планировала в прошлое, а приехала очередное в будущее. Потому что настройки стали странными. Что-то испортилось, что-то улучшилось. Но тем не менее, это прекрасная галерея. Это дверь в будущее, там в Нарнию, я не знаю. Что нас случилось в Бразилии? Вообще надо радоваться. Так все будет хорошо.